Спасибо, Дэйче. Вопрос? Now, question, then after that, Вадим will tell something, yes? Yeah. Okay? My no? wish to listen to the insurance before Melare was teaching similar, very back, deep, on yes, the stable, and stable. The more activity, more developed, your practice, meditations, and center, everything, my wish prayer to Мама все время желает, чтобы вот этот наш центр был подобен медитации Миларепы, наставлению по медитации Миларепы. Был обширный, был глубокий, был стабильный, как гора. И чтобы был основой для многих и многих практикующих. Ну, а теперь, когда человек бегает, ну, давай, последний вопрос. Короткий. Отличается нечистое иллюзорное тело от чистого по отношению к физическому телу. Гюлю и Ро. Гюлю. Гюлю Закчи. Да, Загне. Гюлю Закчи, да, Загне. Наши зубы, да, Гюлю Закчи, да, Загне. Вики про Юри Карибу. Гюлю и Ро. Гюлю Закчеюри, да, Гюлю Загнеюри. Закон не подал, закон не подал, загил. Закчей бомбона, да? Закчей бомбона, да? Да. Ты закчей бомбона, да, на себе. Так как я подкаряю? Гюлю, да, зупу. Бомбо, бомбо, да, как я подкаряю, да? Слушай, да, гюлю. Связь с физическим телом, с чем отличие? Да, значит, зупу, кельба. Ale gilu ero a gilu da zupa pelba de ke pa kare gilu ero sala de amo es gilu te ko sala de na ni sakte ko kumbo te aba te so su nyani nam jo ngaso gilu re je dam ta ko pa kapso te cha tha de to pa ma yes ni ja tsu na ji Можно, если попроще, так сказать, что наше обыденное физическое тело – это нечистое тело, а иллюзорное тело – это чистое тело. Например, когда мы практикуем идама, любой идам состоит из радужного тела. Оно чистое, оно иллюзорное, но оно проявлено из световых субстанций. Это и есть иллюзорное тело. Когда мы наше восприятие обычное меняем, трансформируем на чистое восприятие, то наше обыденное тело трансформируется в иллюзорное тело. Мы, в принципе, имеем это иллюзорное тело в нас самих, но из-за мрачения не видим его. Вот мы стараемся его очистить подобным образом. Да, только сказать волшебное слово. Надо практиковать чет, подношение своего тела, и вы поймете, что у вас нет нечистого тела. Ну вот примерно такие наставления. Теперь слово Вадиму. Друзья, теперь грустный момент расставания, последних слов перед расставанием. Этот визит, это был большой экспромт и большая наша удача. Динамо, знаешь, говоришь, это джаши, лама.
Тавиаларва. Тахобдыгану бирю вот гокоп раксомас. Лама Цилинг Зинер. Мы давно хотели пригласить Ламу Цилинга. А Юрий был нас этот планчар. Да. И это случилось так спонтанно. Не, хобду мне помог, у нас этот гокоп ракс. И мы так много хотим от Ламы Цилинга, что мы даже, у нас не было плана, мы хотели все сразу, и поэтому все было весьма спонтанно. Там у нас всегда планинг и соя самаре, у нас планинг всегда я море, да? Ламы Цилинг пепро, они кадуи на тун харин, да? Киранцу хары гора, деда огосовера. Касина гасады всегда тадыгия самаре. Мы знали, что это будет большой экспромт. И тогда я говорю, ничего в мае, автоматы. Но у нас не было никакого беспокойства, потому что мы знали, что к нам приедет друг. И что бы ни случилось, все будет наилучшим образом. И на я, у нас вот и дополнил хакурин, да, лама сирин, да, дима за джокпур есть. Ну, как говорю, джокпур, да, джокпур сиктумна, да, кекуча тукся джурма, джурма. Так и случилось. Да, дили гарана, там у нас вот и джокпур наши, ту ее речь, да. И лама сирин, он прямо как учение Миларепа, он, его знания, они огромные, их, они очень глубокие. А его качество медитации стабильное, как гора. Да, Лама Цилинг, мне чуще. Там хан очень гячим борес. Да, гячон очень тинца борес. Они... И это было так аппетитно. Тади пэди, когда калак пэшим бурерова, один симбу пэду. Мы чуть-чуть утолили свою жажду, но наш аппетит, он разогрелся еще больше. Да, у нас калак тэсэ-тэсэ чоу, чоу нашим тэсэ лэпсом рова. И на там у нас тарун тар сая до пэрэс. И мы хотим, вот, лама Цилинг. Лама Цилинг это так тортик. И мы хотим попробовать все и музыку, и учение, и медитацию. Мы хотим попробовать все. Да, лама Каре, чик Раншина. Они начали очень главно, я понял, говорить. Да, Ган, где начал Румо Кондеса там говорил, начал Хаку говорил, а ты не кейфи начал Хаку говорил, да, они Чаксин Ян начал топ говорил, а тады Лама Цилинг Мамбула, тады Кузи-Кузи начал, раб лаблю честь. Я пеплю честь. И от всех нас, и от нашего центра, Рига Дригуна Дэнчули, мы хотим поблагодарить Лама Цилинга. И попросить его приезжать нам еще раз. Еще. И принять наше скромное приглашение. Подарочки. Ну вот эти флажки благословлены одним из Тибета, мастером из Тибета на Дропчене. Вот это флажки нам в подарок в центр и вот эту книжечку, которая является как бы, как Горчен Ринпоче сам сказал, что это мое
присутствие в миру, вот это, если когда меня не станет, вот эта книжка останется. Ну, конечно, Лама Цзинь говорит, что у него, хотя знания его не такие обширные, но тем не менее, надо, конечно, планировать заранее. Это у нас тут так получилось спонтанно все, что вот мы поехали в Индию, и так все хорошо удалось его заполучить так быстро. Но тем не менее, у него по две-три поездки за месяц обычно, и он очень занят. Поэтому надо планировать заранее его визиты. Асу. И еще я хотел бы сказать слова благодарности всем тем, кто подготовил этот визит и сделал его возможным. Да, у нас традиция с моим обоим. Они кончили так уже сеем. И организатор мог бы. Отдельное спасибо и благодарность я хотел бы сказать Юле. Она перевела такой гигантский пирог. Да, спасибо. Коллега спел. И также я хотел бы поблагодарить босса Церинга. Я босс, I'm your boss. My dad, you know. What he did. He never know what I'm translating, right? Okay, thank you. И также я хотел бы поблагодарить Ани Маргариту. Мать Карбин. Которая по-матерински приняла Ламу Цзинга и окружила его материнским теплом и заботой. И спасибо всем большое. И если кто хочет что-то сказать или подойти к Ламе Цзингу со своим благословением, подарком или с Хадеком. Можно сфотографировать. И можно сфотографироваться. Вместе. Ну, фото. Да, Грек. Я вас.